самая лучшая подруга. Видишь, твой клон меня ценит, не то что ты. Так, Евочка, пошли со мной, сейчас будем обед готовить. Вдвоем они приготовят обед быстрее, да еще, наверное, вкуснее. Что ты наделала? Теперь ты не сможешь нас соединить обратно. Привет, меня зовут Ева, и я из команды крутых деток. Cool Kids Mini – это детский художественный дуб-сериал в параллельной вселенной Cool Kids. Ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в будущем! Йона, давай быстрей! Мы уже на целый урок опаздываем! Одним уроком больше, одним уроком меньше. Какая разница? Я, в отличие от себя, не прогульщица. Пойдем скорее, Артем Тюзикович нам сейчас бошки оторвет. Артем Тюзикович, извините за опоздание, я так больше никогда не буду. Пожалуйста, не выгоняйте меня из школы, умоляю. Умоляю. Артем Тюзикович, отстой. Мы с Еней уходим с вашей дурацкой школы. Ты чего? Глаза разуй. Фух. А где все? Записка от Артема Зюзиковича. Сеня и Ева, я вместе с классом уехал на выездной урок по природоведению. Ваша задача – убрать все после нас и выучить уроки на 2 дня вперед. Точно, это же выездной урок! Вот почему здесь так много вещей. Наверное, разбросали, когда собирались. Как я могла забыть про выездной урок? А я так мечтала на нем побывать. Да ты лучше вдумайся слова Артема Зюзиковича. Нам придется все вот это вот убрать, а еще сделать уроки на 2 дня. Ну давай приступать. Вообще-то ты не просила, и тем более я уроки делаю. Целый день я должна делать все сама, а тебя помощи не дождешься. Ой, ну перестань. Эх, так иногда хочется создать себе клонов, чтобы я все делала в 2 раза быстрее. Создать клонов, говоришь? А это хорошая идея. Че ты удумала? Кажется, я знаю, как тебе помочь. Жди здесь. Я бы хотела себе помощника. Будет ей помощник. Готово. Теперь пора проверить мое изобретение в действии. Получилось! Мое изобретение работает! Чё ты наделала? Не бойся! Это же просто ты и ты! И откуда я взялась? Ну ты, то есть вы, хотели сделать клона. Ну, я его и сделала с помощью этого пульта. Но это же пульт от телевизора. Как ты с помощью него могла сделать клона? Если уроки учить, то можно и не такому научиться. Ясненько. И что мне теперь с ней делать? Это мне что с тобой делать? Ну, ты, то есть вы, хотели, чтобы вам кто-то помогал. Ну, вы будете друг другу помогать и сделаете в 2 раза больше дел. Ладно, это все-таки лучше, чем ждать помощи от тебя. Эй, вообще-то я тебе клона помогла сделать, а ты еще недовольна. Ой, да не слушай ты ее, Сенечка. Ты у меня самая лучшая подруга. Видишь, твой клон меня ценит, не то что ты. Так, Евочка, пошли со мной, сейчас будем обед готовить. Вдвоем они приготовят обед быстрее, да еще, наверное, вкуснее. Ну что, обед готов? Да, вот вкусняшка для моей лапочки-подружки. Лапочки? Ты меня раньше так никогда не называла. А ну отдай!
ты руки помыла? Нет! Так что сегодня останешься голодной! Ну я помыла! А меня это не волнует! Теперь это мой обед! Какая-то ты сердитая! Не слушай ты ее! Ты у меня самая лучшая подруга! Нужно было внимательнее читать параграф про клонирование. Может, все не так уж и плохо? Если что-то пойдет не так, то тогда пультом все верну обратно. А что ты делаешь? Платьице тебе шью, чтобы ты осенью не мерзла. Не знала то, что ты умеешь шить. Я тебе уже целую юбку сшила. Круто! А что делает другая Ева? По-моему, у меня уже есть такой наряд. Я не шью, а распускаю твою старую одежду на нитки. Зачем? Чтобы я из этих ниток сделала новую одежду. Ты же сама хотела, чтобы мы работали вместе. Ну не так же. Лучше займитесь чем-нибудь другим. Например, помогите сделать мне уроки. Не беспокойся, я избавилась от дневника. Теперь учителю просто некуда ставить двойку. Что ты сделала? Где дневник? Спрятала его там, где его никто не найдет. Признавайся, а не то нас выгонят. Ладно, выгоняться я не хочу. Дневник спрятан за батареей. Фух, хорошо-то, что я это вовремя узнала. Как бы я это объяснила учителю? Нужно придумать схемам нормальное занятие. О, пусть делают уборку. Что может плохого случиться? Фух, вроде бы все хорошо. Девчонки убирают. Загляну к ним попозже. A few moments later. А? Что-то тут не так. Они убирают несколько часов, а в классе все так же грязно. Так вот в чем дело, вы что творите? Ну и что? Ты же хотела, чтобы мы друг другу помогали. Да разве это помощь? Ты только вредишь своей второй половинке. Неправда, без ее помощи мне бы нечего было убирать. Вот видишь, мы отлично работаем вместе. Так, все, мне это надоело. Надо признать, то, что эксперимент не удался. Я его отменяю. Ой, мне страшно. Что ты собираешься делать? Я верну старую Еву, которая была доброй и злой одновременно. Ну, злой, конечно, больше, но это не важно. Чтобы я стала одним целым с этой плаксой? Нет, спасибо. Эй, я не плакса. А ну, отдай сюда. Что ты наделала? Теперь ты не сможешь нас соединить обратно. Ура, теперь мы всегда будем подружками. Мими. Можешь даже не пытаться. Он не сработает. Ну ничего, я его починю. Молодец, не сдавайся, ты самая лучшая. Ничего у тебя не получится, заучка. Так вот и вот так. Мими. Ничего не понимаю, почему он не работает? Может, в пульте не хватает какой-то детали? Точно, злая Ева стащила батарею. Я знаю, ты забрала деталь от пульта и спрятала ее. Ха-ха, даже не пытайся, я ее надежно спрятала. За батарею засунула, второй раз это не прокатит. Ты что, думаешь, что я совсем глупая? Никто и никогда не узнает, где она. Она у меня! Тише, я же просила не говорить ей. Отлично, ты добрая, а значит вернешь. Нет, ты же послушная. Не отдавай. Нужно помогать другим, а не только думать о себе. Вот так, молодец. Предательница. Я должна помогать своим подругам. Теперь я починю пульт и верну все на свои места. Ну что, готовы? Да, мы готовы. Давай быстрее. Ну, поехали. Ура, получилось. Наконец-то я стала сама собой. А я-то как рада. С тобой одной проблем много, а с двумя вообще кошмар. Теперь я тебя больше клонировать не буду. Это была плохая идея. Слушай, может, кино посмотрим? Мы задание Артема Чуськовича практически все
выполнили. Да, давай. Кстати, а где пульт от телевизора? Не знаю. Давай лучше на телефоне посмотрим. Обожаю этот фильм. Ненавижу этот фильм. Ой.